Всем привет, я Артур Решетов, и это топ-шоу Ньюс, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Поклонники украинского коллектива Viagra на протяжении нескольких дней не могут смириться с очередной потерей. Фанаты завалили соцсети Маши Романовой с просьбой остаться в коллективе. Множество комментариев собрал пост певицы, где она сообщила о своем уходе. В своем инстаграм украинка написала: «Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине, поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души». Ранее в СМИ часто появлялась информация о том, что барышня не может ужиться в коллективе, постоянно конфликтует и всем недовольна. Однако представители группы опровергают эту информацию. Да и сама Романова напоследок расплылась в благодарностях коллегам и продюсеру Константину Меладзе. «Спасибо вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей. Эрика и Настя, мы были командой, одним целым. Я буду очень-очень сильно скучать по вам». В группе девушек-красоток постоянно происходит ротация. Поклонники не успевают запомнить имен участниц, а им уже ищут замену. На этот раз вакантное место получит 24-летняя Ольга Миганская из Санкт-Петербурга. Как долго она проработает в коллективе, остается только догадываться. Пугачевой отказали в пластике из-за проблем со здоровьем. Певице придется стареть красиво. 15 апреля звезда российской эстрады Алла Пугачева отметит свой 69-й день рождения. В последнее время ее появление на светских мероприятиях все чаще провоцирует различные слухи. Артистка выглядит моложе своих лет и старается всячески подчеркивать это современными нарядами и укладками. Однако многие считают, что своим цветущим внешним видом она обязана не только матери природе, молодому мужу и двум очаровательным детям. Некоторые открыто выражают свои предположения о многочисленных пластических операциях Примадонны. На днях знаменитость сама прокомментировала подобные домыслы. Оказалось, несколько лет назад она консультировалась со специалистами одной московской клиники. Хотела подкорректировать овал лица, но получила отказ. «Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет, так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций». На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. А также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!